Стильно, модно, молодежно. Забудьте про привычный чай и кофе. Встречайте самый популярный напиток последнего времени – матча. Несмотря на то, что появился в Китае еще в 10 веке, новый фаворит звезд и блогеров – пристрастились к нему и крымчане. Вкус чая матча можно сравнить с зеленым чаем, вкусным китайским зеленым чаем, с добавлением молока. Так и есть, матча – это зеленый чай, растертый в порошок. В отличие от листового, в нем в 137 раз больше антиоксидантов. Он укрепляет иммунитет, бодрит хорошо и даже бытует мнение, помогает избавиться от лишних килограммов. В крымских кофейнях он начал появляться по запросу клиентов. Приготовим его вместе. Оказывается, это легко. Для начала засыпаем главный ингредиент – матча. 5 граммов на чашку. На следующем этапе нужно добавить воды. 20 миллилитров. Дальше берем венчики, размешиваем. Затем заливаем молоко, альтернативное, миндальное или кокосовое. Кстати, в классическом азиатском рецепте его нет, добавляют на Западе. Ну вот и все готово. Это зеленая матча. Есть и красная, и свеклы, и синяя из лепестков цветка клитория. Спасибо. Сторонники ЗОЖ пошли дальше, начали добавлять этот чудо-ингредиент в еду. Ну а сейчас и мы вместе с владелицей одной из симферопольских кофеен Катенькой приготовим популярный десерт с добавлением матчи. Ну, расскажите, что у нас в составе? Ну, во-первых, у нас в составе будет не просто матча, а голубая матча, кокосовое молоко и семена чиа. А сверху мы наш десерт закроем бананом. Рецепт незамысловатый. По сути, нужно все смешать в том порядке, что вы сейчас видите. Насколько калорийный все-таки этот десерт? На одну порцию десерта у нас выйдет всего лишь 250 калорий. При этом десерт будет очень сытным и питательным. Ну и вишенка на торте – наш главный ингредиент. В матче очень много антиоксидантов, и также она очень сильно увеличивает метаболизм организма. Такой десерт поможет вам быстрее проснуться и сделать день ярче. Ну что же, остается теперь только попробовать то, что мы приготовили. Я могу сказать, что очень необычно, но довольно вкусно. Это еще и полезно. Отлично. А называется это чиа-пудинг. Ну и, конечно, эффект нужно закрепить со всех сторон. Матчу теперь можно найти и в составе косметики. Замедляет процесс старения в нашей коже. То, что как раз-таки будет препятствовать размножению радикалов. О свойствах матчи можно говорить много, но если вы еще не решились, наш вам совет. Хотя бы один раз попробуйте. Екатерина Серюгина и Рустам Файзуллин. Утро нового дня.